Так, ну что ж, ребят, продолжаем, да? Это Dead Rising 3, это Knoxville и это Джулия, да. Это я не помню, какая серия. Да, это и не важно, да. Думаю, скоро уже будет конец игры. И надеюсь осмотреть студию Йоги. И надеюсь, мы скоро ее уже закончим, потому что хочется для вас пройти, допроходить кризис, допроходить метро. Да. Так, и цель у нас найти Диего в музее. С той подругой. Да иди ты нахер отсюда, дура. Так. Да, очень хотелось бы уже вернуться. Хотелось бы уже вернуться, я не знаю, во вселенную метро, да. Или того же кризиса. Это все действительно хотелось бы. Давайте доедем на вот такой штуке интересной. Да за... И чё мне ей посвятить? Да пофиг на эту дамочку. Пусть, я не знаю, пообещать, не пообещать, а пожелать, чтобы она сдохла, конечно, нельзя. Но свою нелюбовь к вот таким вот людям я могу высказать, да. Я не люблю, когда всякие ТПшки ходят и всю всякое дерьмо фоткают. Да, вот я высказал за всех, наверное. Вот эти инстаграмы, я вообще не понимаю смысла инстаграма. Да. Ну, скидывают и люди туда свою еду. Ну не свою, а ну да, свою, которую пошли в ресторан и пофоткаться. Смысл этого? Вы, я не понимаю, будто вы никогда больше не поедите этого или что? Будто это ваш последний день, на кой фиг это все фоткать? Понимаю пейзажи, да, я видел несколько аккаунтов людей, которые, там был пацан один, который фоткает, он ездит на велосипеде по стране и фотографирует пейзажи. Всякие виды красивые, вот это да, это реально круто, но еду, ребят, еду фоткать это. Да, повторяюсь, высказал за всех. Это я не один так думаю, я думаю, нас много. Совсем не круто, да? Ну ладно, так уж и быть. Сохраняемся и очень хотел бы взять вот это вот колесо и шмальнуть именно им. Но печалечка. Пошла в жопу. Так, поехали. Мадам. Не знаю, кто ты. Не порно-звезда вроде бы. Ах ты ж. Слушай, я тебя ща... А, ну да, быстро села. Я бы ее сейчас тут оставил, потому что это не дело. Хеллоу! Да. Ох, как фризит-то, а? До 17 FPS спустилось, да. Игра иногда выдает вот такие вот казусы. Херю такую. В прошлой серии она вообще вылетела. Спасибо ей за это. Вообще, молодцы разработчики. Портировали по красоте. Ну, надеюсь, GTA такого не будет. Так, у нас тут боксер. Ну, я так понял, нужна катана. Иди нахер. И перчатки, да? Или не перчатки, а мачете. О, так это стойте, стойте. Сейчас, что, я все понял. Я не понимаю, правда, почему это называется боксер. Смотрите, как надо. Сука. Во, оно еще и взрывается. За... Муха, свинья. Оно взрывается, слушайте. Так я урон получаю, наверное. Нет. Здесь вообще нормальные есть? Блин. Нету. Иди сюда, иди сюда, на. Мне нравится. Нравится мне, когда... Штурмовую винтовку ты мне даешь. Вот, вот так вот у нас такая вот... Вот такое лучше бы дали нам, когда мы с китайцем воевали. Не, ну ладно, это разработчики, пусть решают сами. Ну, сами посудите, вот это что-то нечто японское.
Кто-то смеется. Кто-то смеется, я сказал. Чё? Это что такое? Это тут бункер, да? Охренеть, там кто-то есть. А, так это Диего там. Или нет? Я не знаю, как мне его оттуда вытащить. Ух, ни хрена какой. Все, убили. Все, вы огребайте, ребятки. Убили единственную нормальную мадаму, с которой я ходил тут. Да, рубит, конечно, штука очень круто. Так, разыскать Диего. Да я догадываюсь, где этот сволочь. Наверное, в этом... В этой штуке стреляющей. Или вот здесь где-нибудь. Нет. Мамонт. А в мамонте копья. Диего! Ты где? О, тут что-то с луной. Ну, не с луной, а вообще с космосом связано. Походу, набухался парень. Или принял что. Прошу тебя. Ты чё, долбанулся? Только не говорите, что это будет босс. Я тебя прошу, приди в себя, сейчас валить надо, нам не до этого. По-любому что-то принял. Рванет же скоро. Вас понял. Организмы будут нейтрализованы, а образцы доставлены на корабль для анализа. Стой. Диего, стой. А вот это ты странный парень, слушай. Я думал, ты хороший. Начинаем уничтожение. Мы не в космосе, чувак. Ну все, братюнь. Огребаешь. Эй, тихо. Паскуда, на! Ха-ха-ха-ха! А теперь можно в ближнем бою. Сейчас по... А, Иди ты нахер, контроль не теряю. Это не центр управления! Так, подождите. Нужно похавать. Чиф, ратюнь. О! Давай. На! Что делать, что делать? Дубась. Молодец. Вот это удары принимает. Чё, хотел меня огнем, да? Ну, сволочь, получай. Ты скорее сдохнешь так, чем я тебя буду дубасить. О, ну все. А, так у него двойные жизни, ни хрена. Ух ты ж охренел как, а? Как... Тихо. Странный какой-то парень. Я не знаю, убьем мы его или он придет в себя. Надеюсь, все будет норм с парнем, потому что нам такие вот... Не нужны такие вот кадры. На, блин. Ух ты ж... Ни хрена. Чё, рестлинг, блин, любишь, паскуда. Так, иди нахер отсюда, тихо. Он упал, я не понимаю. Ох, ты ж такой хернёй в башню прилетел. Да как, он не мог так. Ну все, паскуда, ты меня достал. Тихо, не надо меня жарить. Как странно звучит. Ладно, побегаем, дружок. Хорошо. Ой, он за мной летит. Мне нужна еда, но еды тут нет. Это, блин, детали, компьютеры, катана. О! Яблоко. Заживали. Где этот придурок? Ого, летит. На!
Вау. Да ладно, вот он управляет, конечно, он управлял этим мечом. А я хотел. Ибо это не дело. Тихо, братья. Там я еду видел. Сейчас, подождите. Ой-ой-ой, ты чё? Странный какой, а? Ты чё? Едри. Так, так и убить можно, братень. А ну и двигается еще. О, все. Это нечестно было вообще. Убили нас. Не, Диего, ты охренел. Скинул вот это вот говно на нас. Игра окончена. Ладно, давайте с последней контрольной. Надеюсь, это будет недалеко, потому что далеко я не хочу. Да. Всего найдено коллекционных предметов 54. Текущий уровень 19. Я, да, я молодец. Ох, ни хрена, 511 тысяч. Вроде на ПП испытаний 5. Ну да, бывает. Собрано чертежей. Мало, я знаю. Транспортных средств. Его! Ты же знаешь, что мы еще не летали на Луну. Кто не летал? Че, дурный? Ах ты ж. Кончай летать! А такой, такого он не говорил, по-моему. Ну чё, братюн, тихо, братюн, ты меня сейчас огребаешь по полной. Чё, упал? Где он? Соберись, Ник! Вот паскуда, а. Тихо, братюн, вот он их снимает, паскуда, блин. Надо у него много снести, пока он не зарушил у нас эту тут херь. Так, что происходит? Мышка. Что за уи? Слушайте, а я больше не могу делать вот эту вот штуку с сальтом. Теперь я могу только валить его. Не, братень. Положи каку. Вот меня бесит. Вот это меня бесит. То есть я увернулся, он меня все равно попал. Ну да. Реализм просто зашкаливает, мать его. Так сколько у тебя там уровней, мне интересно, слушайте. Я не хотел этого делать. Если мы сейчас сбили... У него, наверное, 3 уровня жизни. Я так понял, да, действительно, это так. Попади уже наконец! На. Да, то есть снимает по 2 штуки. Какой инопланетный? Ты чё, дурной, что ли? Не надо. Во-во-во-во. Вот сейчас куда бы я ни прыгнул, оно меня попадет. Ну ладно. О, упал. Иди сюда, паскуда. Ну ты, Ник, ты какой-то глупый, что ли? Только сейчас понял это. Диего, тупорылый. Он мне не нравился с самого начала, вот. Всегда вот эти толстые ублюдки, они всегда какие-то странные. Какой-то подвох есть, или они засут, или предадут. Так, тихо. Осталось, кстати, 1,5 жизни у него. Ну, да, 1,5. На, жирный. Как поезд, это жирный. Сучка. Да, я просто выкидываю зря. По-моему, у этой штуки был огнемет. Блин. Огнеметом я бы его зажарил. Вообще за раз зажарил бы. На, блин, на, паскуда. Сейчас обстрелял. Знатно так. Главное наперед стрелять, это да. Тихо, братья, чё ты? У тебя что, уходят жизни, что не уходят? По-моему, до жопы. Все, пришло время для вот этой вот пукалки.
О! Не-не-не, братья, не иди сюда. Ошибка. У тебя в мозгу ошибка, блин. А не ошибка системы. Ох ты, блин, вмазал знатно ему. Оружие действительно доставляет, но... Сволочь закончилась. О-о. Ты чё? Ты чё? Ты чё? Не надо, не надо. Всё. Он это делает, всё. Не знаю, где от этого спрятаться можно. Фак. Вот оно упало, вот оно крутится. А где он? Вон он раскручивает это. Ну ладно. Братюнь. Ты у меня получишь. Все, он не раскручивает. Он поднял, да? Поднял, поднял. Ну все, я понял эту тактику. Нужно будет просто ждать. Тихо. Сейчас нам главное не спугнуть. Давай! Да! Паскуда. Главное, чтобы патроны не закончились. Тихо. Только не наверх, братья. Не надо наверх. Че, наверх полетел, да? Куда ты летишь, придурок? А, ты взял игрушечку, да? Ты что за нахер? Тихо, братюнь, не надо, эй. Давай. Ох, успел. Ох, да, это, наверное, самый тяжелый босс, который только у нас был. Потому что тут одна непонятная, я не знаю, одно недопонимание и все. Вот я не понял, как уклоняться в первый раз от этих штук. И переигрываю, хрень. Ну да. Снимай это говно, сейчас не хрень. Тихо! Надо. Паскуда, говори. Почти. Давай. Где он? Вон он. Давай, блин, надо как-то поэпичному его загасить. О, вот все, пока, Диего. Давай, вмажь ему так. Блин, не вмазал, ну. Все, долетался. Диего. Ты думаешь его еще спасти? Я бы убил его на месте. Какая почему мама? Что с тебя сбить? Прошу, вставай. Чертник, что ты там повторял? Панчо-мама? Панчо-мама? Так мама в детстве говорила. Больше я почти ничего из детства не помню. А где-то я уже это слышал. Ник? Я тебе что покажу? Иди сюда. Интересно, как он быстро сбросил скафандр этот. Я тут такое нашел. Ух ты, это же Dead Rising 2 был, чувак. Слушайте. Так это пасхалка? Так, вон, сзади... Еще бы. Ну, это ж террорист, устроивший эпидемию зомби. Да, это Dead Rising 2. С ним сестра его была, Изабелла. Они привезли паразиты из Центральной Америки. А что потом с ним было, а? А? Там и помер, наверное. А она, тут написано, исчезла. После Fortune City они же должны были эту хрень под контроль взять. Я ж думал, эти чипы с зомбриксом для того и придумали. На этого глянь, а? Видишь? Я как глянул, что-то дурно не стало. Предположительно, этот зомби начал эпидемию в Смитвилле в 2007 году. Первую эпидемию после Уилламета. На шею ему посмотри. Оу. Не-не-не, твою мать! Это что еще за нахрен? А я знаю, какого хрена? Твою... Ладно, первым делом, проблемы, которые мы еще можем решить, окей? Сначала покинем город, потом поймем, что происходит. Ключ у тебя? О, черт! Меня грабанули по пути сюда. И я растерялся. Забрали ключ от самолета. Ник, его надо вернуть. Ну, пошли. Что такое? Ничего, мужик. Твою мать. Ничего.
Я думаю, вот эти, которые с номерами, они со временем станут зомбаками. И поэтому зомби эти. То есть, оно нас не берет. Твою мать. Как... Вот, вот, смотрите, этот герой. Блин, что ты делаешь, придурок? Да, хватит. Вот этот герой, это он. Из Dead Rising 2, да. Кто проходил, кто смотрел где-нибудь, тот знает. Это, конечно, круто, что вот такая вот... Ну, это не пасхалка, это так по сюжету, наверное, связано. Чак Грин, один из выживших во время... Угу, давайте послушаем. Первоначально он был обвинен в преднамеренном зачине эпидемии в качестве мести за гибель жены в Лас-Вегасе, но затем оправдан. Грину удалось представить доказательство того, что его подставила телезвезда Тайрон Кинг в попытке прикрыть план по разграблению почтового отделения. Ну вот так вот. Вот так вот. В общем, интересно, что связали разработчики вообще. Молодцы. Маска была... Вот эта маска была во второй части. Я помню, я в ней ходил. Это что, блин, за... Это... Я не знаю. Что это за ностальгическая серия? Ебать. Какой костюм будет? Смотрите, какой вообще... Красоте. Они сказали, что направились к особнякам. Там живут... Только теперь звуки эти. Я бы никогда на тебя по доброй воле не напал. Когда мы были маленькими, ты все время меня защищал. А я вот так тебе отплатил. Диего, ты был сам не свой. Это BMW, походу, да? Кроссинг какой-то. Не, это не BMW, это... Точное название не скажу, забыл. О, тут прыгать надо, и я уверен, мы тут не допрыгнем. Допрыгнул. Что здесь произошло? Ох, посмотреть студию Йоги, так мы что, пришли? Это оно? Блин, я бы осмотрел, слушайте, еще одного босса я бы убил. Че ты нож? Слышите, музыка играет такая. Пошлите, давайте под конец серии посмотрим, что там за йога. А потом уже в следующей серии пойдем найти этих членов банды искать. Так, открывайте. Вот так. Если тут будем валить йога, то я даже знаю, как уже серию назвать. Это девушка, Е3. Джерри, здесь небезопасно. Эй, парень. Чё ты сказал? Я не парень, я Джерри. Через два дня я вот-вот увезу домой свою давно заслуженную награду. Мускулистая мисс Калифорния. И мне никто и не шарит. У тебя там, наверное, титановые яйца. Послушайте, я боюсь, мисс Калифорния. Что вы меня заменили, понимаете? Из-за зомби-чумы. Ты просто не подражаемый. Знаешь? Знаете... Вы действительно очень мускулистый. Как это выглядит? Такой в рыцарской, маске. Да, ну да, ну да, да, Джерри. Ты чё? Ну все, братюнь. Не-не-не, не уа, я тебе сейчас вмажу и... Ох! Нихрена! Братюнь, о, сестрюнь, прости. Пошел он. Ни хрена. Слушай, ты жирный, помогай давай. Какая музыка играет. Нахер пошел. Слушайте, она блинами кидается. Тут хоть скафандра нету. Я потом оружие, конечно же, свое заберу, которое там валяется. Ну чё, охлади свою трахню. Тихо-тихо-тихо, брать сестрюнь, блин, со время какой-то. Тут просто грех не спутать. Слышь, Диего, ты не охренел ли часом? Стоит, блин, тут. Вмажь ему, пожалуйста. Джерри. Так, подожди, я тебя. Я стал, подожди, паскуда, у тебя тут химии нет, я бы поел.
Ладно, давайте выйдем отсюда. Да ладно, неужто ли... О, есть еда. Этот придурок бегает и фа... Нариком светит. Ой, она побежала куда-то. Небось жизни восстанавливать, паскуды. Давайте возьмем. Просто так возьмем. Сейчас. Вот здесь моя была... О, да. И вот это. Чё такое? Бляха-муха. Не надо открывать, дубина, блин. Классная музыка играет. Главное, чтоб YouTube не это. Дай. Да, да, да. Хер ты не куришь. А, ее можно тоже как это, альтом бить. Ни хрена. Сестрюнь, я тоже так могу. Подожди, подожди. Прости. Ах ты ж, я думал, она пошла это, отдыхать. Ой. Ты так думаешь? Да иди ты в жопу. Ты воняешь. Во-во-во, полегче. Смотрите, а у Диего бесконечная жизнь. Походу. Ой, идет гантелькам. Тихо-тихо, сейчас кидаться будет. Получил Диего. У меня же даже оружия такого нет. На, блин. Да-да-да, на, паскуда, в пердачево получила. Иди отсюда. Ни хрена, вот этот пинок ногой. Нет, беги. Какой 3-0? Ты не офигела ли? У тебя что-то не так с самооценкой. Угу. Боже. Тут я уже готов пробел тыкать. Херня, ты не побеждаешь. Ща, подожди, подожди, я тебя ща вмажу. Блин, не вмажу, не вмажу. Вы все хотите... На, ногой так прописал нормально. Кстати, оружие действительно опасное. На, ёпта. Все, лучше б с нами пошло. Ну да, таких тварей еще поискать надо. Завали на себя. Спасибо. Прям столько крови сразу же. Да, да, я сильный, я сильный. Все? Ха-ха. Да. Ладно, хорошо. Я 20 левел, кстати, давайте прокачаем. Ух, ни хрена, 8 штук. Как-то я подзабыл. Давайте прокачаем рукопашный бой. Плюс 2 к максимальному размеру отряда. А, ни хрена. И плюс крону выживших мужчин. Хм. Тут у нас будет чертеж спины. Нет. Ловкость. К восстановлению бега, к длительностью бега. Длительности. Один куб жизни и частичное восстановление жизни. Конечно же, вот это я выбираю. Нет. Тут... Нет, 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 конечно. Ладно, давайте пока ничего не будем. Хотя... Нет, ничего не будем. Вы заработали еще 2 очка. Спасибо. Каким макаром. Где оно, игрок? Ну да, да, я понял. Психопат побежден. Да, это психопат был. Ладно, давайте тут закончим на этом серию. Она не затянулась, а вышла такой средней. И была очень насыщенной и веселой. С вами был Ноксл. Не забудьте подписаться. И поставить палец вверх. Вот что делает йога с людьми. Забейте на йогу. Все. Всем пока.